оценивается у нас как в бодибилдинге пропорции тела, сепарация, то есть качество мышц и, естественно, объемы после всего этого. То есть побеждает не всегда человек самый большой, точно так же, как и не всегда побеждает самый рельефный. У нас, то есть вид спорта связан с конечной целью – это идеальное тело.